президент. Президента Мадуро. Большой привет от президента Мадуро. Господин министр, хорошо, что вы приехали в Беларусь. Должен сказать, что это очень вовремя. Я думаю, нам не надо знакомиться друг с другом, не надо говорить о наших возможностях и возможностях Венесуэлы в нашем сотрудничестве. Мы знаем друг друга давно. И немало сделали в свое время для интенсификации нашего взаимодействия. В силу определенных внешних, прежде всего, причин у нас была какая-то пауза во взаимодействии. Чувствую, что нам нужно подвергнуть ревизии все те направления и вопросы сотрудничества, которые мы определяли еще со времен Угачанса. Надо однозначно определиться, что мы должны и можем сделать для Венесуэлы, а что Венесуэла должна сделать в отношении Беларуси. Выработать соответствующий план, дорожную карту наших действий на ближайшую, среднесрочную, может быть, и долгосрочную перспективу. Если в эту схему сотрудничества придется включить другие государства, допустим, Кубу, мы согласны. Словом, если вы согласны, то до Нового года министр иностранных дел будет готов реализовать эти договоренности. Большое спасибо, господин президент, за то, что смогли принять нас. Полностью разделяю ваше мнение, что отношения между Белоруссией и Венесуэлой достаточно прочны и прошли вот этот 20-летний путь укрепления. Вчера я провел встречу со своим другом, коллегой Сергеем, с которым мы обсудили весь спектр отношений и наметили планы на ближайшую перспективу, что мы должны сделать в ближайшие месяцы.